Мы на левой стороне. Здравствуйте, Анатолий Михайлович. Да. Пройдем. Где наше место? Товарищ начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, должностные лица Объединенного стратегического командования и приглашенные собраны, начальник штаба округа генерал-лейтенант Дворников. Товарищ офицер. Уважаемые товарищи, указом президента Российской Федерации от 24 декабря этого года, номер 1673, командующий войсками Центрального военного округа назначен генерал-полковник Богдановский Николай Васильевич. Николай Васильевич прошел путь во всей своей службе, начиная от командира взвода после училища, командира роты, батальона, полка, дивизии, командовал армией, командовал Ленинградским военным округом, затем был начальником главного управления боевой подготовки и заместителем главнокомандующего сухопутными войсками. Его сейчас назначен командующим войсками Центрального военного округа. Большую часть службы прослужил на Дальнем Востоке, подготовленный перспективный генерал. Весь округ как вот в возвышенном состоянии таком. По лезвию бритвы. Да. Ну хорошо, все, давайте по плану тогда.